то, когда первый раз я увидела слезы своей мамы, мне было очень больно, я понимала, что я ей делаю больно, но я также осознавала, что платок я не сниму ни при каких обстоятельствах. Потому что был момент, когда она меня увидела в метро в платке, в длинной юбке, в платке, и она подошла, и этот платок сорвала в метро. Я его очень аккуратненько надела. После свадьбы, после того, как будет заключен брак по воле Всевышнего, я одену никап. То есть закрыть лицо, оставить мне глаза. Я хочу принадлежать только своему мужу. Лето — это уже нелепое прошлое. Путь к исламу и Лоне показали родные сестры. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.